Здорово, здорово, бродяги. Здорово, Пашка. Куда едем? Можно немножко помучаю? Сразу не скажу, куда едем. Что за машина? Вот, посмотрите. Вот такая. А ты был на дневной трансляции сегодня, Паш? И с грудками. Блин. Нет, не Хаммер, это Рэнш еще. Хаммер, наверное, в четверг или в пятницу, если я его успею найти. Нет, это Рэндж Ровер. Суперчардж. Тебя не было. Я еду встречать того, кто купил сегодня чемодан. Сейчас кто был днем, тот спалит сразу. Блин, телефон вообще огонь. Да, я с нее, я тупанул. Я с телефона зашел, сделал регистрацию с третьего раза. Там, сука, написано плюс 7. Да, Машу. Вот. И это самое. И, короче, я, блядь, написано же уже плюс 7. А я еще раз, плюс 7 и телефон. У меня, сука, не срабатывал. А Твиттер, кстати, я установил Твиттер. Еще раз с Твиттера зашел. Ни хера не сработал. У меня там 3 читателя и все по нулям. Я вообще в шоке. Я включаю Перископ, там никого нет. Бредятина, блин. Вот. Да, установил. Телефон вообще огонь. Просто бомба. S7, конечно, ебет всех сейчас. Нет, тренька сегодня не будет. Сегодня первый раз отдохну. Вот. Отдохну сегодня. Завтра вдвойне потренируюсь. Вот. Да, за рулем. Телефон огонь. Сказали, не существует еще таких приложений, где бы этот телефон хотя бы намек на глючок какой-то дал. Да, S7 Edge. Вообще. Спасибо. Я, кстати, на самом деле пошел за батарейкой для своего нота. Блять, пошел за батарейкой, купил телефон. Ебать, бро. Пиздец. Да, в этом, в электронном рае. Там какой-то этот магазинчик. Да, заработал перископ. Да, пошел за батарейкой за полторашку, а купил телефон за 60. Психанул. Да это меня этот, блядь, кикбоксер подбил. Он все, давай берем iPhone S6 Plus, короче. S Plus этот, короче, здоровый. Давай берем, тра-ля-ля, он там супер крутой. Я потом полазил, посмотрел. Я говорю, чуваки, что вообще сейчас самое нормальное? И я это самое думаю, блядь, у меня айфона не было. Айфон это, блядь, полное ограничение. Когда у меня были айфоны, я волосы на жопе все вырывал. Как там что туда скачать, закачать, как там чем-то попользоваться. Ну это бред, блядь. И у меня были айфоны 3, 4, там еще, да, в те времена. Потом я перешел на Android и понял, что жизнь без ограничений, она прекрасна. Вот, и все-таки это... Да, есть такое понятие, как мышечная память. Нет, на Samsung ограничений нет. У меня есть здесь возможность и флешку расширить. Я на 32 взял. И флешку можно вставить. И подключил его к компьютеру. И не надо никаких, блядь, App Store. И ничего не надо. Поэтому Samsung... Ну, блядь... Просто смотришь на экран и охуеваешь от красоты, яркости, и камера, и экран, и блядь, у него 8 ядер, блядь. Он всех сосет. В смысле, у него сейчас все сосут. Самый последний телефон. Вот. Привет, бро. Ну да, iPhone за 75, это 64, да? 80 с лишним стоит, 128, блядь. Да я чуть сам на iPhone, блядь, не переключился. Я думал, он так, ну...
Да хрен там, iPhone мощнее. Почитайте, блин, характеристики. iPhone мощнее. S7 Edge ебет всех сейчас. Абсолютно всех ебет. Шестой уже устарел. Я не спорю, что iPhone 6s, короче, нагибал там всех какое-то время, пока не вышел S7 Samsung. Поэтому, ну да, когда он брал, Паш, ну реально это крутой аппарат, это, блядь, был топ. Сейчас уже нет. Кстати, был вариант еще взять Nexus, чисто гугловский. Говорят, он тоже очень охуенен, но что-то я как-то не люблю. Да каждому свое, конечно. Тут можно спорить сколько угодно, у кого что там круче, яйца или курица. Да в руке его держу. Вот. Блять, его теперь бы не уронить. Он, сука, такой весь стеклянный, что прям аж это страшно. Чехол на него посмотрел. Они... Паш, с семинаром будем решать в начале апреля. На конец апреля, наверное. Пока что ни физических, ни эмоциональных, ни вообще никаких сил нет, реально. Сейчас столько...